с вами проект In Dubai, с вами Азат из солнечного Дубая. И сегодня мы находимся на самом крутом автомобильном мероприятии в Дубае. Это мероприятие называется Dubai Grand Parade 2013. Как вы видите, вот сегодня 8 ноября, и сегодня пройдет автопробег самых крутых автомобилей по всему Дубаю. То есть машины поедут в 3 часа, они начинают вот на этом Trade Center Roundabout в 3 часа, потом едут в сторону Бурдж Аль-Араба, там возле Мадина Джумейра в 3:15 будет крутая тусовка, потом они едут в Mall of Emirates, потом по Шейх Заед Роуду приезжают к Бурдж Халифе, Downtown Dubai, и здесь специально оборудованная зона, сейчас я вам ее покажу. Значит, что еще? Самые интересные факты об этом мероприятии Dubai Grand Parade. Во-первых, бесценные, то есть общая стоимость автомобилей 500 миллионов дирхам. Потом самая крутая, то есть это, как вы уже знаете, будут самые крутые полицейские автомобили Дубая. Самые быстрые, то есть самый быстрый автомобиль будет на этом ивенте, это Bugatti Veyron. И самый редкий — это Lamborghini Murcielago LP640 из Gambal Rally Fame. Честно говоря, не знаю, что это такое. Наверное, это будет круто. Смотрите, мы сейчас находимся как раз вот здесь. Вот вы видите, здесь Бурдж Халифа. Вот прямо за мной улица вся оборудована флажками. Значит, люди уже подтягиваются. Время сейчас без 10 минут 3. Как я говорил вам раньше, в 3:30 уже сюда подтянутся все машины, и мы сможем их реально посмотреть, увидеть. Сейчас я вам покажу, вон там, видите, пригнали макет, это, наверное, автомобиль какой-то гоночный, и за ним дальше там оборудована сцена, там концерт проходит, кто-то что-то там играет, сейчас мы тоже с вами туда пройдем и посмотрим. Вот мы с вами подошли к гоночному автомобилю. Вот, как видите, он предоставлен дубайским автодромом. Кстати, да, в Дубае есть гоночный автодром. На нем не проводятся соревнования Формулы-1, но зато это такая гоночная трасса, где любой желающий, в принципе, может погонять на такого рода гоночной машине. Вот, поэтому, друзья, если вам интересно погонять в Дубае на гоночном автомобиле, на автодроме, свяжитесь со мной. Я думаю, мы придумаем для вас какую-нибудь прикольную, крутую программу на этот счет. Вот вы видите, раздают флажки. Здесь такие классные, прикольные. Вот мне досталось 2 флажка. Значит, Dubai Grand Parade. Заберу их домой на память. Я держу микрофон очень-очень близко к своему рту, потому что рядом музыка, и, возможно, звук будет не очень хороший. Вот вы можете увидеть, смотрите, уже люди тут пришли с крутыми камерами, то есть событие действительно классное. Уже тут оборудованы полностью, вооруженные до зубов фотографы, всякие видеографы, наверное, тоже. Вот видите, тут камеры, там люди. Пока машины еще не приехали, давайте сходим, посмотрим вообще, какая развлекательная программа там проходит, чем развлекают, что говорят. Пойдемте поближе. Пойдем, быстрее. Who loves a Lamborghini? Who loves a Diablo? It is a Lamborghini. Who loves a Bentley? Yeah, who loves a Vantage? Aston Martin. Who loves a Mercedes? The CL, exactly. Вот, как видите, здесь проводится опрос про любимые марки автомобилей. Давайте сейчас... Yaris. Короче, люди любят не только Lamborghini и Bugatti, также любят и Yaris, тоже люди любят. Ну, это тут местный шутник развлекает людей. Пойдем дальше, пройдем. Let's go back again to Africa and enjoy some music, and here we go. Oh,
часа 15 минут, автомобили приедут уже, вот осталось всего 15 минут, и через 15 минут приедут автомобили. Как вы видите, веселье в самом разгаре. Здесь вот специальный стенд, возле которого можно пофотографироваться. Диджей также все продолжает веселить публику, собирать народ, играет музыку африканскую, индийскую, европейскую. Короче, действительно, это прикольное мероприятие. Люди тут веселые, позитивные ходят. Вон уже сколько собралось. Уже тут машины, мотоциклы тоже решили тут покататься пока. Вот, но официальная часть, то есть официально вот этот гранд-парад, он уже скоро, он уже близко. Сейчас он, скорее всего, в районе Сук-Мадината. И в 3:30 он уже должен приехать сюда. Давайте дождемся, осталось всего 15 минут. Вот пока мы стоим и ждем, время от времени тут проезжают всякие прикольные, крутые автомобили. Ну вот вы можете видеть, что только здесь не проезжает. Совершенно разные автомобили, разные марки. И на самом деле есть очень даже интересные экземпляры, на которые можно полюбоваться. Друзья, мы в самом ожидании. Автомобили должны приехать вот оттуда. Осталось всего 5 минут. Только что диджей объявил, что машины уже должны приехать. А тут везде еще кружат вертолеты над нами. А скорее всего, они тоже снимают то ли фото, то ли видео. Ну, короче, будет круто. Давайте дождемся. Они немного опоздали, приехали где-то минут на 20 позже. И сейчас вот вы видите, значит, там что у нас едет-то. Как и обещали организаторы, колонну возглавляет бригада полицейская, полицейские автомобили впереди. Сейчас посмотрим, что же нас ждет самое крутое. Значит, эта машина безопасности здесь следит, чтобы никто лишний не въехал в колонну. Итак, поехали. Первый выезжает полицейская БМВ. И дальше начинается самое интересное. Впечатления в комментариях прямо сейчас. Напишите, какая из этих машин вам нравится больше всего. Что вы знаете об этих машинах? Может быть, вы можете рассказать что-то сами. Пишите в комментариях.
Без мотоцикла в Дубае тоже никак. Друзья, ну вот вы видите, колонна проехала, все машины уехали туда. Посмотрим, может, еще что-то интересное будет дальше, какая-то программа, я еще не уточнял. Но для вас специально конкурс от проекта In Dubai. Посчитайте количество красных автомобилей, которые проехало в этой колонне. Кто первый напишет в комментариях правильное количество красных автомобилей, которые проехали в колонне, получит специальный суперприз от проекта In Dubai. Друзья, желаю вам удачи, успехов. Считайте автомобили красного цвета. Мы пойдем дальше проверим, может, что здесь что-то еще интересное можно найти поблизости. С вами был Азат, специально для проекта In Dubai. Мы были с вами на самом крутом параде самых крутых автомобилей, Dubai Grand Parade. На этом я желаю вам всего хорошего. Помните про наш конкурс, кто первый посчитает количество красных автомобилей и напишет здесь в комментариях, тот получит классный приз специально от проекта In Dubai. Друзья, до скорых встреч, оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока, ждите новые видео.